Пробежка, разминка, растяжка. Перед стартом участницы из Хомутовского района обязательно разогреваются. Нина Залетова по профессии учитель. Заряжает спортивным настроением не только своих учеников, но и коллег. У нас одна девочка, она говорит, все, отлично занимается, а с физкультурой не хочет. Говорит, ну-ка давай побежим, 60 метров, давай вместе. Кто вперед, давай. Побежали. А второй раз смотрю, уже у нас директор Анатолий Сергеевич говорит, вы бегаете? Давайте вместе. И мы. У нас школа, я сама в Хомутовке живу, а работаю в сельской школе там. И у нас там не очень много учеников. Вот. И надо показать пример. Кто-то тренируется в школе, а кто-то в чистом поле. Партнерша по команде Валентина Яковлева делится. Заниматься спортом можно в любую погоду. Я, например, бегаю 2-3 километра, хожу этими, с палочками. Иногда я бегаю. Ну, километр пройду с палками, 2 километра я бегу. Когда как бывает. Вот. Но это очень хорошо. Перед сном прогулочка на свежем воздухе. Команда из Щегров – серьезные соперники. Татьяна Берлизева – победитель предыдущего этапа. Отличилась в плавании. Говорит, спорт – лучшее лекарство от возрастных болезней. Даже болячки, хронические болезни все уходят. Доплетка даже не бывает нужна. Я еще сама и медик. А, вы как акушерка раз... с красным дипломом. Жизнь крутая. У меня же двое правнуков. Правнук старший спортсмен, хоккей в Питере. Всего на старт вышли участники из 22 районов области. Дистанций несколько для коротких и длинных забегов. Сегодня у нас 4 дистанции. 2 дистанции женские, 2 дистанции мужские. Какие дистанции? Женщины бегут 60 метров и 400 метров, мужчины бегут 100 метров и 800. Перед забегом пенсионеры соревновались в разных дисциплинах. Среди них плавание, стрельба, игра в дартс и шахматы. Победитель областной спартакиады примет участие во всероссийских стартах. Дата их проведения станет известна позже. Пока в планы вмешалась пандемия. Мария Колосова, Сергей Малеев. События дня.